Всем привет! Вы на канале Лазница. Меня зовут Вика. Сегодня первый день весны. Наконец-то она пришла. У меня появилось вдохновение. Мне захотелось показать вам вот такую вот красивенную прическу. Если вы еще не подписаны, то подписывайтесь на мой канал. У меня канал о прическах. Я отделяю височные зоны. У меня будет коса на одну сторону, на левую. Справа я отделяю чуть больше, захожу аж на затылок. Височную зону, а слева за ушком заканчиваю отделение. И пока эти пряди закалываю, потому что я буду работать с центральной прядью. Как вы видите, я прогофрировала все волосы, и теперь я буду начесывать корни. Отделяю небольшие прядки и подчесываю. Так как волос уже прогофрирован, то это сделать легко. И обязательно начес я фиксирую лаком. Горизонтальными проборами я прохожусь по всей выделенной мною зоне. Начесываю ее. Так, все волосы начесали, и теперь по бокам я их сглаживаю, счесываю, чтобы там не было начеса. Потому что я буду выстраивать ребрышки, и начес вообще никак не должен просвечиваться. Он у меня будет только внутри, чтобы крепить всю эту косу. Возвращаем все волосы, хорошенечко проглаживаем, прочесываем. И я буду пользоваться спрей-воском, который сама, кстати, делала. Сейчас в этой прическе он мне очень поможет. Пробрызгиваю по бокам, так как я там буду выделять пряди, и сверху. Кому интересно, как я сделала этот спрей-воск, то я оставлю ссылку в описании, потому что видео оказалось, правда, полезное, ну, лично для меня. Я пользуюсь, и уже почти закончилась эта бутылочка, которую я разводила. Теперь вы видите, какие волосы как пластилиновые стали. Просто одно удовольствие с ним работать. Все волосы я зачесала назад. Отделяю одну прядку горизонтальным пробором и выкладываю вот такое ребрышко к центру. Фиксирую пока палочкой. Это обычные палочки для еды. Мне понадобится для этой прически 4 шпажки и 2 зажимчика. Ну, я имею в виду в процессе работы. Также отделяю с другой стороны горизонтальным пробором прядь, выкладываю ее к центру вот таким ребрышком, фиксирую палочкой. Теперь мне нужно скрепить эти две пряди. Я по центру взбрызгиваю лаком и приклеиваю как бы их вместе. Внизу фиксирую невидимкой к начесу. Для этого он и нужен был, чтобы невидимка держалась и не выпадала. Первые две пряди сделали. Теперь отделяю вторую, тоже горизонтальным пробором. Хорошо вычесываю, чтобы там не было начеса. Выставляю вот такое вот ребрышко к центру, фиксирую палочкой. Палочка тоже хорошо фиксирует и держит, потому что есть начес, она не падает. Также делаю с другой стороны. Очень это кропотливая работа, это нужно попрядно все делать, так быстро тяп-ляп не сделаешь, если вы хотите красиво. Нужно каждую прядку хорошо вычесать, чтобы не было петухов. Если, когда вы вытягиваете, тянутся петухи, то можете добавить или блеска, или спрей-воска еще, чтобы прядка была чистая. Так, выставили вторую прядку. Брызгаем лаком по центру между прядками, склеиваем их и фиксируем зажимом. То есть вот у нас в работе 4 палочки, 2 зажима. Мы просто будем их переставлять.
Так, переключилась на вид сверху, чтобы вам было виднее. И, как вы видите, я опять отделяю прядку горизонтальным пробором. Хорошо вычесываю начес обязательно. Делаю ровненькую гладкую прядь. Вот так вот прочесываю. Завожу к центру и растягиваю вот такую вот крону, делаю ребрышко такое красивое. Закрепила палочкой и беру с другой стороны также прядку. Также ее прочесываю, прорабатываю. Тут, чтобы была чистая прическа, важно работать руками больше, потому что если у вас вот такая вот прядь с начесом не прочесанная, и вы ее будете брызгать лаком, думая, что она станет чище, то нет. Важна работа ручек ваших. Также выставляю следующее ребрышко, фиксирую лаком и брызгаю лак по центру между прядями и зажимаю зажимчиком. То есть, видите, я переставляю зажимчики. Мне хватает двух. Пока высыхает верхняя прядка, я собираю нижние. Она высохла, я переставляю и, в общем, и так двигаюсь вниз. Тут я уже немножко ускорила, потому что я думаю, что понятен принцип, но хочу показать весь процесс. Значит, сверху я по центру двигалась. Когда уже коса переходит на затылок, я начинаю уводить ее влево, то есть, чтобы она плавно перешла как бы на плечо, если бы я делала на живой модели. Поэтому нужно сразу понять, вы делаете прическу назад или на бок и уже двигаться в том направлении, в котором вы выбрали. Потому что если вы сделаете просто назад, а потом положите на бок, она будет сваливаться обратно назад. В принципе, все довольно просто делается. Главное вот научиться вытягивать вот эти вот ребрышки. Каждую прядку я подкалываю невидимкой по центру внизу, чтобы невидимок не было видно, но чтобы хоть что-то держало всю эту конструкцию косу. Я дошла до нижней затылочной зоны, и теперь мне нужно оформить височки. Главное про них не забыть.
Правую височную зону я буду заводить под косу. Перед этим я ее прочесываю и выкладываю ребрышки, тоже вытягиваю, прячу пробор, чтобы не было видно кожи головы. Да, вот так вот, такие вот хитрости делаю. Сначала делаю текстурную эту часть. Теперь делаю второй височек. Я закручиваю его в полужгут и за ушком закалываю невидимками. Также немножко вытягиваю прядки. И теперь мы уже все волосы перекладываем на плечо к клиенту, смотрим в зеркало и уже косу формируем наперед, то есть на бок, точнее, чтобы спереди была красивая видна коса. И теперь проборы мне уже не нужно делать, потому что мы ушли от головы. Я просто беру крайние прядки и выкладываю из них ребрышки. Слева у меня идут прядки с височной зоны, а справа я просто беру сзади прядку, хорошо ее тоже прочесываю и выкладываю. Как вы видите, я уже перешла на шпильки, потому что мне с ними удобнее. Палочки выпадают, так как мало волос осталось. Так что и вы смотрите, как вам удобней. Не нужно обязательно работать с палочками, если все это делают. Может, вам неудобно просто с ними, вам удобнее со шпильками. Не нужно себя загонять в рамки, вы просто делаете так, как вам удобно и как вы хотите. Я заканчиваю косу, взбрызгиваю ее жидким лаком и теперь буду украшать вот такими вот колечками. Это такие заколочки для афрокос, но я их использую очень часто, потому что мне нравится. И это будет еще дополнительное крепление для нашей косы. И вот и все. Не забываем обязательно вынять все шпильки, невидимки, палочки, все, что вы оставили. И прическа наша готова. Очень будет приятно, если вам понравилось это видео, и вы оставите хоть какой-то плюсик в комментариях или любимый смайлик. Отмечайте меня в Instagram, если будете повторять эту прическу по моему видео или другие прически. Вот такое вот у меня сегодня было видео для вас. Буду рада, если вы узнали что-то новое или просто вдохновились. Значит, моя миссия выполнена, и я видео выложила не зря. Если вы еще не подписаны, то подписывайтесь на мой канал. Впереди очень много крутых причесок. Всем удачных причесок, прекрасной весны. У меня на сегодня было все, но мы скоро увидимся в следующих видео. С вами была Лазница Вика. Всех целую, всех обнимаю. Пока-пока.